21 глава книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Сидекия прислал к нему Пасхора, сына Молхиина, и Сафонию, сына Маасеи, священника, сказать ему: «Вопроси о нас Господа, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, воюет против нас. Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса Его, чтобы тот отступил от нас». И сказал им Иеремия: «Так скажите Сидекии: так говорит Господь Бог Израилев: вот я обращу назад воинские орудия, которые в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Вавилонским и с халдеями, осаждающими вас вне стены, и соберу оные посреди города сего, и сам буду воевать против вас рукою простертою и мышцею крепкою во гневе и в ярости и в великом негодовании, и поражу живущих в этом городе, и людей, и скот, от великой язвы умрут они». И после того, говорит Господь, Сидекию, царя Иудейского, слух его и народ, и оставшихся в городе этом от моровой язвы, меча и голода, предам в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки враговых, и в руки ищущих души их. И он поразит их острием меча, и не пощадит их, и не пожалеет, и не помилует. И народу этому скажи: так говорит Господь: вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода и моровой язвы. А кто выйдет и предастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. Ибо я обратил лицо мое против города этого, говорит Господь, на зло, а не на добро. Он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем. И дому царя Иудейского скажи: слушайте слово Господне. Дом Давидов, так говорит Господь: с раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтобы ярость моя не вышла как огонь и не разгорелась по причине злых дел ваших до того, что никто не погасит. Вот я против тебя, жительница долины, скала равнины, говорит Господь, против вас, которые говорите: кто выступит против нас и кто войдет в жилище наши, но я посещу вас по плодам дел ваших, говорит Господь, и зажгу огонь в лесу вашем, и пожрет все вокруг него».